Наш пресс-центр retail.ru продолжает свою работу на выставке ProdExpo 2022. Здравствуйте, давайте знакомиться. Да, добрый день, меня зовут Андрей Малков. Мы приехали из Санкт-Петербурга, и проект наш называется Life Superfood. Чуть поподробнее про проект. Мы запускаем производственную площадку в Санкт-Петербурге. Она будет производить экстракты овощей по корейской технологии. Это суперфуды, содержащие большое количество витаминов, микро-макроэлементов, без сахара, очень полезные для здоровья. А в условиях существующей эпидемиологической обстановки очень актуальная тематика. Да, вот расскажите, по технологии вы будете делать здесь из наших ингредиентов или все же будут завозиться все сырье и здесь только перерабатываться? Отечественное сырье полностью, оттуда только технология. Здесь будет это все производиться, упаковываться и продаваться на нашем оборудовании. С нашим первым продуктом, который будет выведен, это продукт называется Super On. Это экстракт красного лука, производится по корейской технологии. Это хороший иммуномодулятор, в нем большое количество витаминов, микро-макроэлементов, которые некоторые из них невозможно получить в обычной жизни. Например, такое вещество называется кверцетин. Это флавоноид, который в сочетании с витамином С, которого в красном луке больше гораздо, чем даже в лимоне, он оказывает синергетическое действие и оказывает подавляющее действие на активность вирусных клеток. В 2003 году были проведены уже испытания по влиянию этого вещества, в том числе на коронавирус, который уже в то время был, к сожалению, известен просто не так массово, как сейчас. И поэтому сейчас очень хорошее время, как бы это ни звучало, для того, чтобы эти продукты вывести на рынок. Подскажите, эти экстракты – это для готовки, а не ароматные, чтобы было вкуснее, или все же это больше для здоровья, как БАДы, чтобы поддержать свой иммунитет? Это не БАД, это функциональные напитки, как самостоятельный продукт для ежедневного употребления курсами. Это не лекарство, не требует специальных сертификатов, только декларацию и протокол безопасности. Практически не имеет противопоказаний, потому что там нету ни сахара, ни каких-либо красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, ничего. Единственными ограничениями могут быть это индивидуальная непереносимость ингредиентов, соответственно, но таких мало людей. Да, ну и простой арахис, который мы можем найти в любом магазине, тоже не всем полезен, да, и поэтому это абсолютно нормально. Пожелаем вам удачи, надеюсь, что в следующем году мы встретимся, вы с улыбкой будете рассказывать, что завод уже работает и что вы уже сделали здоровее огромное количество людей нашей страны. Спасибо вам, до свидания.